إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولهو. Знаете ли, что эта мирская жизнь является игрой и потехой? Вазинатун вадафахум байнакум. Также это украшение и похвальба между вами. Ватакасрум фил амвали вал аулад. И также стремление увеличить детей и имущество. Кала Тавари, рахимахуллах, يقول تعالى ذكره: اعلموا أيها الناس. الله говорит: знайте, о люди, إن متاع الحياة الدنيا المعجلة. Что вот это имущество мирское, то, что даровано в этом мире, لكم ما هي إلا لعب ولهو. Что это всего лишь игра и потеха. تتفكهون به, которым вы наслаждаетесь. Вазинатун татазайянуна биха. И это украшение, которым вы украшаете себя. Ватафахум байнакум. Также это похвальба между вами. Яхкаму ба'лукум аля ба'лин бима аума фиха мин рияшиха. То есть каждый человек хвастается тем, что у него есть из красот этого мира. Ватакасрум фил амвали вал аулад. Также стремление большому количеству детей и имущества. يقول تعالى ذكره: ويبالي بعضكم بعضا. Также люди хвастаются перед другими. بكثرة الأموال والأولاد. Своими многочисленными детьми и имуществом. И Аллах дальше приводит пример этого мира. كمثل غيث. И это подобно дождю. أعجب الكفار نباته. Который, то есть пролил дождь и зелень обманула кафиру. То есть красота, которая после дождя. Сумма я вижу, я помню Таара, другого сумма я ибас. Потом Аллах говорит, что это со временем высыхает. Заликаль аннабат, то есть вот эта зелень со временем высыхает. فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر نبغا. То есть ты видишь это все становится желтым после того, как было блестящим зеленым. وقوله ثم يكون حطاما. А потом это все превращается в труху. يقول تعالى ذكره. Аллах говорит в Коране: ثم يكون ذلك النبات حطاما. А потом это зелень, эти растения становятся трухой. يعني به أنه يكون نبتا يابسا متهشا. То есть Аллах имеет в виду, что эти растения становятся уже непригодными, сухими, ломкими. وفي الآخرة عذاب شديد. А в ахирате, в этом мире уже наказание. Суровое наказание тем, которые обманулись этим миром. يقول تعالى ذكره: وفي الآخرة عذاب شديد للكفار. الله سبحانه وتعالى في آخرته ждёт суровое наказание كافرا. ومغفرة من الله ورضوان. Также прощение
и довольство от Аллаха ли ахли имани билляхи ва расулих, тем, которые верили в Аллаха и его посланника. Вама аль-хаяту ад-дунья илля матаа'у аль-гурур. И Аллах говорит, что этот мир всего лишь предмет обольщения. Якул та'ала дикру вама зинату аль-хаяти ад-дунья аль-муахшара лакум айюха ан-нас илля матаа'у аль-гурур. То есть Сабарик говорит, что Аллах объясняет людям и говорит, что вот эти украшения, украшения этого мира, которое даровано в этом, то есть в этом мире, это всего лишь предмет обольщения. То есть оно не будет вечным. Это очень хороший пример, который Аллах внес в Коране, чтобы люди, у кого есть акль, у кого есть ум, не обманывались этим миром. Мы знаем, что каждый человек рождается младенцем, потом он становится молодым парнем, то есть здоровье, молодость, красота, но это все не сохраняется. Это все меняется. Человек стареет, а потом вовсе покидает этот мир. Поэтому Аллах обращается к обладателям разума и говорит: «Сабику, спешите, айюха ан-нас, о люди, иля амалин юджибу лакум». Это все я читаю не отдельный аят, а с тафсиром ат-Табари. То есть «Сабику», Аллах говорит, спешите, айюха ан-нас, о люди, иля амалин юджибу лакум магфиратан мин раббикум ва джанна, к делам, за которые вы заслужите прощение от вашего Господа, ва джанна и рай. عرضها كعرض السماء والأرض, которого ширина подобна ширине небес и земли. أعدت, то есть Аллах уготовил это, للذين آمنوا بالله ورسله, тем, которые уверовали в Аллаха и его посланника. يعني, имам ат-Табари говорит, то есть имеется в виду, الذين وحدوا الله, которые не предавались товарищу Аллаху, уклонялись от того Аллаху и не предавались ему товарищу. وصدقوا رسله и уверовали его посланников. ذلك فضل من الله, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, и это милость Аллаха, которую Аллах дарует кому пожелает. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. تعالى الله قرآن قوي, إنما يتذكر أولو الألباب, فإستنى نزداد أبداته رازمة ويستحقنا, الذين يوفون بعهد الله كثيرا درسا تمو أبي الشام كثيرا عند ذلك الله, ولا ينقضون الميثاق إن نرجعه دوغور, والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل, и те, которые не прерывают те отношения, которые Аллах приказал держать их, ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب, они боятся Аллаха и боятся плохого расчета, والذين صبروا ابتغاء وجهه, والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم, и те, которые терпели ради лика Аллаха, وأقاموا الصلاة, и выстраивали молитву, وأنفقوا مما رزقناهم, и тратили из того, что мы даровали им, то есть на нужды бедняков и так далее. سروا علانية скрыто и явно, ويدرؤون بالحسنة السيئة, и отвечают добром на зло. Улаика лахум уқбат дар, и им уготовано, то есть рай. Джаннату адн йадхулунаха, Аллах уготовил им райские сады. Йадхулунаха, в которые они войдут. Ва ман салаха мин абаихим ва дурриятихим, также их отцы и их потомство, которые были на этой религии, которые совершали благие дела. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ, и ангелы будут входить к ним
из каждой двери. Салам алейкум бима сабартум. И будут приветствовать словами салам алейкум бима сабартум за то, что вы проявили терпение. Фанима кабаддар. И как же прекрасно это место. То есть место в раю. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. А те, которые нарушают договор, обещания, которые они Аллаху дали, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ, и прерывают те отношения, которые Аллах приказал держать, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, и сеют на земле нечестие, أُولَٰئِكَ لَهُمُ النَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Эти люди заслуживают проклятия и плохого места пребывания, то есть гиены. Аллаху ямсуту ризка лиман яшаа ва якдир. Аллах дает пропитание, кому пожелает, и удерживает от того, кому пожелает. Ва фариху бил хаяати дунья. Однако некоторые люди обрадовались этой мирской жизнью. Ва мал хаяати дунья илля матаа. И Аллах говорит, и это мирская жизнь всего лишь, то есть, входящее имущество. Аль-Акил, у кого есть разум, у кого есть правильный взгляд, у кого есть правильное понимание, он знает, что он не, то есть не будет в этом мире вечно и будет готовиться к ахирату, предстать перед Аллахом. И будет всячески стараться, чтобы Аллах его, то есть заслужил прощение Аллаха и его удовольствие. Пусть Аллах даст нам тауфик, заслужит прощение Аллаха и его удовольствие. И пусть Аллах дарует нам увидеть его лик в раю. Амин. Аллаху аль ислам аль муслимин. Фадил ла ширка валь мушрикин. Худам мир а'да лака ва'да ад-дин. Аллахума аль хакка хакка мазукна тибаха. وأين الباطل باطل وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقيموا الصلاة